Давай я тебе докажу, что вы рабы. Тебя должен спросить об этом, или ты мне одобрение должен дать? Нет, Серега, ты не прав. Пиздец какой. My English is very bad. Весь. Ты что здесь забыл? Пердак подгорает. Не знаю, кто там кому что кричит. Какая статья? Срок! Так, что ты... Ох, козлина! Ёб твою мать! Пи***ц! Еще один... Как всегда... Ни***я себе, русский урод! Спасибо за слова добрые. Ага, Славик, привет, придурок. Здравствуй, мой хороший. Ты что там в трусах на голове сидишь? А ты как, все до сих пор пердак подгорает? С украинцами разговариваю, с украинцами. С украинцами разговариваю, с украинцами. Что там? Слава Украине. Блять. Ты мне лучше одно скажи. Ты трусы-то хоть стирал, когда на лицо их напялил-то? Не, знаешь почему? А то прям говнищем пахнет так. Сразу видно, что трусы были грязные. Это не Полтавина? Это не Полтавина трусы? Горит пердак, смотри как, свинорусский пердак. Свинорусский пердак, горит, ай, молодец какой. А. Обидно, обидно. Давай я тебе докажу, что вы рабы. Что вы рабы? Вы посмотрите, ребят, лежит в трусах на голове, на грязном постельном белье и говорит, что кто-то рабы. Ну ты... Хорошая шутка. О, здравствуйте! 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 Добрейший вечерочек. Я подписан на вас. Я, прикинь, на него подписан, пацаны. И здравствуйте, прикинь, я в шоке. Витаю, братка, что там у вас? Здравствуйте, я на вас подписан. О, дядька, блин, где Женька? Про тюрьму пускай расскажет. Про тюрьму пускай расскажет. Это дядька, ты что, я блядь, на него подписан. Это, блядь, я серьезно. Он протестовал, я не знаю. Какая статья? Он сейчас расскажет так, что ты охуеешь. Ребят, с Мариуполя. Да, Мариуполь, подкаты говорю, для меня. А чё он камеры стесняется? Что с ним там? Ты же не ответил, какой статье сидел. Не ответил? А ты кто такой-то? Ты даже на камеру не показываешься. Для того, чтобы мне такие вопросы задавать... Для того, чтобы мне такие вопросы, дядька, задавать, как минимум надо глаза передо мной хотя бы поставить, чтобы твое лицо видел. Может, ты не соответствуешь этому. Серега, ты не прав. А что он говорит? Серега. Я тебе не должен говорить ничего. А может, ты козлом сидел? Да, причем есть статья и твои, и твои мусорские вопросы. Ты кто, оперативник, что ли? Он тебе сейчас... Я нет, не оперативник. А почему ты меня спрашиваешь о статье? Так обычно мусора... Мусора обычно так в СУЗ заходят. Какая статья? Срок! Да ты уже ошибся, я тебя не спрашиваю, я тебя не... А что ты? Нет, ты меня спрашиваешь. Больше того, ты за кадром сидишь, да, и свое лицо прячешь, значит, за собой что-то чувствуешь. А ты после 20 лет ведешь канал ютубовский, это неправильно. Ну, обоснуй. Иди сюда, Сереж, ты за кадром гавкаешь, давай поговорим здесь. Это дядька, я за него подписан. Что ты? Да нахуй мне надо. Боишься, да? Я ничего не боюсь, он, блядь, транслирует. Вот в этом твоя сущность. Ты с людьми, когда разговариваешь, надо говорить в глаза. Да был бы ты воочию, базара нет, а по этой канитель я с тобой... Ну тогда не задавай вопрос, Сереж, потому что это неуместно абсолютно. Ты должен ответить, в какой статье ты сидел. Потому что ты должен сюда выйти, и мы с тобой поговорим. Нет, спасибо большое. Да. Нет, да. Значит, за собой что-то чувствуешь, Сереж. Значит, по жизни не соответствуешь тому, о чем меня спрашиваешь. Да не надо интересоваться за кадром. Если ты меня спрашиваешь лицом к лицу, вот человек сидит со мной и общается. Я на вас подписан. Я в шоке, что я на вас попал. Ты просто на понт работаешь, а я по существу. По существу так себя не ведут, как ты. Хуями не поливают. Я тебя не оскорбил. Я сказал, нахуй мне надо,
я не хочу разговаривать. Ну вот, если не хочешь разговаривать, зачем мне вопросы задаешь, глупые? А зачем ты канал ведешь тогда? А я что, тебя должен спросить об этом, или ты мне одобрение должен дать? Нет, нет, ну а что ты спрашиваешь, Сереж? Ты тебя записываешь или что, если не можешь? Записываю, конечно. Люди же должны. Люди же должны видеть, как ты меня ставишь в неловкое положение. Старый. Ну что там, рассказывай. Весь, ты что здесь забыл? Весь в звездах, такой прям видно по жизни все ровно, да? Знаешь? Ты на YouTube меня не надо выкладывать. Не, здесь. Я тебя уже выложил, уже тебя смотрит 500 или 600 человек. Ты уж крикни там всем, жизнь там кому-то обычно вы кричите, ты слышишь? Я тебя популярным делать буду. Слышишь, что? Я не знаю, кто там кому что кричит. Не, ну... Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ладно, что-то соответствие нормальное, слышь. Звездочки есть, по жизни лицо у тебя доброе, вижу, что не подлое. Давай мы тебя сделаем звездой. Звездой, слышишь? Ладно, давай, дядь. Ладно, давай тебе тоже добра. Вот смотри, при чем тут то, что у меня на голове да. И рабы. Это, кстати, ну ты пойми правильно, что как минимум это тебя характеризует. Там зрители. Как так минимум вот, тебя это характеризует. Вот как можно выйти сюда и сидеть с трусами на голове что-то орать? Вот скажи, пожалуйста. А ты, у меня еще аргументы, кроме трусов на голове есть? Да. Ну? Вот смотри, я сижу с открытым лицом. Потому что я хозяин своей жизни. Я могу себе позволить сидеть с открытым лицом и разговаривать с таким ущербным пассажиром, как ты, который с трусами на голове. Вот кто из нас достойней и кто из нас сильнее? Скажи, пожалуйста. Врубить мужика. Ты хорошо, с трусами на грязной постели. Или я, человек, который смотрит тебе в глаза. Можешь мне объяснить, а? Давай определимся, что такое раб. Да ты сначала определись, зачем трусы-то на голову себе одел, дурачок. Подписчики такие же шизофреники, как и ты, наверняка. Ясик, это ты моих подписчиков оскорбить, что ли, хочешь? Нет. Вздохнул. Даже, давай выходи сюда, пообщаемся. Да нет, спасибо. Почему? Да. Интерес имеешь, а в глаза смотреть не хочешь. Я смотрю, дядя. Москалей не пускают. Москалей не пускают. Сереж, вот видишь? Вот второе слово, которое из тебя вылетело, которое не имеет отношения к тебе, как к человеку, который может назвать себя достойным. Опять молодец. Ну, Сереж, вот смотри, людское, вот скажи мне, пожалуйста, если ты порядочный арестант был, ты станешь делить людей на москалей и не на москалей? Вот скажи, пожалуйста. А это что, оскорбление москалей или что? Не, я тебя спрашиваю, но ты-то именно это туда вкладываешь, понимание. Да нет, ты спросить меня не можешь, ты можешь поинтересоваться. Спросить, Сереж, если бы мы с тобой вот так лицом к лицу стояли бы, у нас был бы совсем другой диалог, и он был бы коротким. Не спорю. Ну тогда зачем из-за кадра там что-то говорить, москали, не москали? Давай будем вести себя достойно. А в чем я не прав был? За ваше здоровье. Сереж, твоя неправота начинается... Ты что, гонишь? Это человек золотой. Так оно и есть. Золотой. Это золотой человек. Ладно, Сереж, давай тогда не будем с тобой говорить, да, сиди уж. Потому что непорядочно за кадром там гадости говорить. Я не то, что понял, стеснять там или прятаться, я просто не хочу, потому что ты транслируешь. Понятно. Ну, в общем, чувствуешь что-то за собой, Сереж, да, и поэтому не хочешь выходить. Ну, есть такое, вот. Ты за собой ничего не чувствуешь. Того прямо эфире сейчас. Не, ну, Сереж, ну вот я, допустим, не боюсь с тобой общаться, вот здесь еще 600 человек сидит. Каждый человек за тобой что-то чувствует, да, помни это. Чё? Каждый человек за собой что-то чувствует. Ты же не знаешь, что я чувствую. Правильно? Вот я хочу знать. Иди пообщаемся. Ты меня будешь разоблачать. Смотри, это дядька золотой. Сергеич. Я охерел, когда вас попал, я в шоке был. Сергеич, ты меня на воду выведешь. Я с тобой пообщаюсь, нет, что-нибудь выясню. Я вас не обижаю. Вы извините, пожалуйста, я вас не обижаю. Да не, нормально все, мы просто общаемся. Вы сейчас прямо в эфире, да? Да, ну, вот сейчас нас смотрит, я не знаю, 765 человек уже. Серега, иди, я тебя звездой сделаю.
Сергеич, иди, я тебя звездой сделаю. Твоя жизнь изменится, люди будут с тобой здороваться, говорит Сергеич, я тебя видел в ролике. Ютубер, что ли? Ноу. Фьяру Фонкулову Помпия. My English is very bad. Но итальяно. Итальяно? Да. Нихуя себе. Ты как? Же по-русски вроде хорошо говоришь. Ни разу еще на русском не разговаривал. Вот сейчас у тебя учиться буду. Опа, нихуя ты какой популярный. А, так ты сейчас стримишь, бля. Слушай, так раз ты, ебать, такой популярный, так может ты меня это прорекламируешь? Нет, бабки. Ладно, все, передумал себя рекламировать. Давай еще о чем-нибудь поговорим. Oh shit, what the fuck is that shit? Гарри Поттер, привет! Тебе минет, блин! И чё, блин, мне делать? Иди нахуй, хриту! У вас там чё начался, что ли? Я даже не понял, нахуй! А покажи, пожалуйста, вот эту курицу, которая там орёт. А тебе чё, ебало курицу кинуть? Что ты сейчас сказал? Теперь показать? Да, покажи эту курицу, хочу на неё посмотреть. Ага. Вот. Ты, блядь, дед, ебать, тебе что, усы нахуй? Вот оно. Господи, цыпленок. Тебе сколько лет-то? Вот он, видишь? Ну-ка, покажи эту курицу. Покажи этого цыпленка. А ты знаешь, кто? А ты знаешь, кто? Он фанат, слышишь? Он фанат. Я не буду, уроки, но... Я, блядь, Иван, иди сюда, нахуй. Я твой рот ебал. Тьмо ебучий, хуй вонючий. Пошел нахуй, дед. Сынок, стой. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. И не сидел, не сообщил. Вообще, не в этой теме, а дядь Слава. Шрек, а это ты сам для себя решай. Если ты любишь, когда тобой манипулируют, когда тобой руководят, то можешь жить понятиями. Если ты человек, который хочет двигаться самостоятельно по жизни, хочет чего-то добиться в этой жизни, и для него, и у него есть четкое понимание, а не понятие, то живи пониманием, потому что понимание тебе давать будет возможность такую вещь, как понимать, что вокруг тебя происходит, что хорошо, что плохо, куда стоит идти, куда не стоит идти, чем стоило бы заниматься, чем нет. Если ты не самостоятельный человек, то понятия тебе очень хорошо подойдут, потому что, живя чужой философией, а понятия – это чьи-то правила, это чьи-то устои, то, соответственно, как бы не имея своей головы и своего понимания, как относиться к жизни, понятия как раз помогут тебе жить чужой жизнью, соответствовать чужим правилам и, так скажем, где-то на каком-то этапе жизни кого-то кормить, соответственно, как бы. То есть тебе выбирать. Жить понятиями, да, чужой философией, или пониманием. То есть понимать то, что вокруг тебя происходит, что хорошо, что плохо, и из-за этого уже, так сказать, из этого понимания двигаться по жизни. Все очень просто. Каждый сам для себя решает, ребят. И то, что вы решите, будет наполнять вашу жизнь.